Дорогие друзья, отрада приветствует вас. Мы сейчас в геометке стоим, как дом на отраде. Хочу сделать краткий обзор, пока между заездами. Вот. Вот такая у нас красотища. Пляж для дома большого на 12 человек. Водичка уходит постепенно. Наконец-то обнаруживаются корешки, за которые цеплялись мы. Наконец-то сможем вычистить. Вода в этом году большая. Вот и здесь у нас тоже будет возможность убрать дерево, пляж расширить. Как видите, у нас песочек. Вот такой заходики природные у нас. Менять нельзя берег по закону. Есть место, где почистить рыбку с водичкой. Так, идем дальше. Пляжик возле дома на 6 человек. Вот такой у нас в этом году. Также песочный, лоходики, твердый без ила у нас. Водичка была у нас аж сюда. Вот. Видите, какая у нас зеленая зона. Более пологий. Вот пока такие у нас пляжики. Дополнительно на берегу есть холодильнички для любителей холодных напиточков и морозилки дополнительные для рыб. Так, дом на 6 человек. Наш первенец, нам только 2 года, поэтому у нас еще впереди. Мангальная относится к дому наших 6 человек. Мангальная зона относится к этому дому. На улице выведена водичка, если ножки помыть. Моечка у нас есть на веранде. Комната отдельно для двоих человек. Куда без этого? Так. Комната на 4 спальных места, диван на 2 места. Диван большой тоже двухместный. Кондиционерчик, все есть. Телевизор со спутниковым ТВ. Кухонная зона. Есть у нас все кастрюли, шампура. Посудки хватает. Газовая плитка, легкомурочная. Вот, в принципе, для проживания у нас есть все. Ну и санузел со стиральной машиночкой, горячая водичка. Все у нас есть. Он большой, фен. Все у нас удобненько. С комнатой маленькой не пересекается. Гости друг другу не мешают. Это наш домик на 6 человек. Сейчас пойдем дальше с вами. У нас у каждого дома своя территория, поэтому люди не пересекаются. Это пошла уже территория к большому дому. Вот наш второй дом, который мы в этом году. До дона, как вы видите, вот он уже рядышком, совсем немножко. Мангал, у нас большая веранда, можно праздники делать. Точно так же моечка у нас с горячей водой. Вот такая у нас огромная веранда с дополнительным холодильником. Так, идем дальше. Ну вот, комнатка номер 1. Они идентичны. Спутниковая ТВ.
каждой комнате кондиционер. То же самое здесь. Спальные кроватки, диванчики. Санузел. Так, идем дальше. Наш зал. Видно дом с этой комнаты. Уходная зона тоже все есть у нас. Куча посуды. Все стекло. Огромный холодильник. Кондиционер тоже в этой комнате есть. Один диван на два места. И диванчик еще на два места. Еще один санузел. Вот. Точно так же с душевой. Все то же самое. Можете приезжать к нам в гости. Мы вас ждем. До новых встреч. На Отраде, хутор Псковатка, дом на Дону Отрады.